автомат «Мятежный звездный истребитель Prime». Или, если читать его с английского, это более точно будет «Rebel Starfighter Prime». Еще его называют «Повстанческий звездный истребитель». Плоды сердцевидные, как видите, вот такие вот сердечки. И вот красивое сердце. С антоцианом, то есть плечики у него фиолетовые. А здесь он полосатый, такой шоколадно-розовый с коричневым. Вот видите, есть и шоколадные полосы, и розовые, темненькие, зеленые такие. Много цветов, очень красивые. Мякоть шоколадная, коричнево-красная. Одно мясо, как видите, семян очень мало. Это сорт «Шедевр». Я его вырастил в этом году первый раз. Мне он очень понравился и собираюсь его выращивать и в следующем году. Ну, расставаться с ним просто нельзя. Он очень сладкий и очень вкусный. Давайте взвесим. Ну, вот это крупное сердечко. 300 грамм. Поменьше 150. Томатики эти от 150 до 300 и даже до полкилограмма бывают. На первых кистях вполне вырастают по полкилограмма плоды. Ну, суперский сорт. У меня 30 кустов его. Часть помидоров мы законсервируем. Урожай уже, кстати, собираем давно. Вот они на кустах. Первую партию мы собрали, это уже вторая кисть. После воды, как видите, они лопнули. У нас было наводнение, потоп, стояла вода. Вот недозревший. Ну, выше уже, видите, не сердцевидные. То есть первые три кисти тянут сердце, потом уже не тянут. Ну, вот еще он такой. Здесь сердечки, как видите. Урожай до 5 килограмм с куста. Он не очень урожайный. Высота кустов до 1,70 м. Он не очень урожайный, но зато очень красивый и очень вкусный помидор. Не все тянут сердечки, кустики. Я для себя оставляю только сердцевидные. Если попадаются не сердечки, то мы их выбраковываем. А рядом флешен томат. Смотрите, какие кисти. Томат очень сладкий, сверхранний. Что я еще забыл сказать? Лист самый обычный. Там помидорный, не картофельный. Плоды очень и очень вкусные. Мне понравились. Вам также рекомендую этот сорт. Посадите, если вы еще не выращивали. А если вы его выращивали, напишите в комментариях, как он вам понравился или нет. У меня он получился очень сладким. Возможно, при какой-то другой погоде, погодных условиях, он будет и не сладким. У меня он сладкий. Если хотите семена этого сорта, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, заказывайте семена. Также есть электронная почта. Пишите. Я вам обязательно отвечу. Также можно задавать свои вопросы в комментариях к этому видео. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Впереди много обзоров на разные сорта томатов и другие овощи и растения. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.